Всем привет, ребят. Наше утро начинается с магазина. С закупками. С закупками. Нужно немножечко закупить. Так, это у нас орешки. Орешки купили все пакеты. Окей. А размер-то твой есть, Кузя? Вот она в прошлый раз увидела вот эти вот. Может, толстовку еще такую тебе взять? Да, ладно. Сейчас в школу пойдешь, толстовку Audi. Сейчас еще размера не будет твоего. Будет. Возьми 40-й, нога вырастет. А какой это размер? 40. 40? Возьми, померяй. Мне кажется, это маломерки. Мне кажется, это маломерки. 41. Нет, 41, ты что? Хочешь, я померяю? Возьми 41. Они маломерки. Или большемерки, как их называют, я не знаю. Ксюша купила себе йогурт. Peppa Pig. Ты будешь есть? Так, ладно, все. По мелочам немножко закупились, поехали. Ну давай примерочка. Нормально? А, ну вот, супер. 41, значит. У нее 41 размер ноги. 41 размер ноги. Adidas Do? Так, давайте завтракать. Каролину подними, пожалуйста, время 12 часов. Каролина у нас второй день уже спит до 12. Ну-ка, дай я померю, они хоть удобные. Да. Лучше, чем твои тапочки. О, какие классные. Каролина, эй, доброе утро. Утро доброе. Бонни, давай, буди Каролину, быстрее, давай. Буди. Давай, буди ее. Ну-ка, здесь. Ты зайку испачкала чем? Шоколадом, что ли? Я и зайку связала. Иди какого. Ты куда? Крючков. Я уже пришла. Здрасте. Ты куда? Я в магазин ходила. За продуктами. Что купила? Хлеб купила. Фрукты. И что? Дай зайку покажу. Да, да. Вот. Такой вот зайка у меня получился. Она с ним спит теперь. На. Глазок не было, я бусинки пришила. Да. Каролина забрала у меня камеру. Okay. Она там снимает уборку в комнате. У нас блогер новый. Снимает уборку в комнате, а мы тут играем. Масло! Кто я? Какое масло? Какое масло? Эй, ну-ка смотри сюда, вот кто ты. Я же тебе сказала, это тоже сделано из хлеба, из муки. Это как хлеб, но не хлеб. Это такая... Тоже растет, но... Растет. Это... Банана? Нет, все, проиграл. Вафли. Вафли, я же сказала. Я же говорю, сделано тоже из муки. С моей пальмочкой что-то случилось. Она начинает вянуть. Такая была пышная, сейчас он лысеет. Не знаю, что такое. Ходить сложно? Угу. Ну да. Она же немножко, в горку. Надо вообще-то бегать. Птичек нет, Филюшечка. Где птички? Бонни, где птички? Где птички? Ну-ка ищи птичку. Где птичка? Там птичка. Я елочку уже разобрала все. Видите, у нас новые веточки растут. Пока на улицу не выношу, ночью минус у нас. Не хочу, чтобы замерзла. Вот тут новые растут. Разрастается она у нас вся. Ксюша в школе на трудах сделала вот такие полочки. Я хочу их повесить на стену. Куда-нибудь, наверное, вот сюда. Да? Вот так вот. Три штучки на разном уровне. И что-нибудь поставить. Вот такие вот три полочки она сделала. Выключила я телевизор, выключила все игры, компьютеры, телефоны. И Макс ушел в комнату. Макс обиделся, ушел в комнату. А я хочу, чтобы они немножко хоть, не знаю, чем-то позанимались, порисовали, поиграли, а то все время в компьютере. А что я? И ты тоже все время в компьютере сидишь. Она высохла. Мира. Водичкой просто смочи, и все. Краска высохла. Смочи водой. И все. Краска-то еще хорошая. Макуша уехала в гости. Папа на работе.
Тут недавно появилось новое хобби. Мы начали игрушки вязать крючком. Вот зайчика, которого я показывала, это первого зайчика я связала. Потом Маргарита подсела. И я вяжу сейчас второго зайчика, только совсем из другой пряжи. Я решила попробовать другую пряжу. Вяжется очень тяжело, потому что не видно петельки. Такая вот пряжа, она... Ну-ка, фокус. Вот такая вот она пушистая. Вяжется очень тяжело, поэтому я его вяжу долго. Связала ножки, связала тело. Вот так вот. И теперь мне осталось... Вот, связала одно ушко. Второе ушко вчера вязала, распустила, потому что там где-то я наврала, неправильно провязала, и у меня неровно получилось. Петли не видно, приходится мне на ощупь их искать. Вот, так что новое у нас занятие. Вот оно вяжет из такой пряжи. Вот здесь у меня еще вот такая вот красная и зелененькая. Взяла вот эту, но я не посмотрела. Оказывается, она, видите, с такими вот веточками. Неудобно вязать. Не знаю даже, что с такой связать. Вот такие вот ушки она связала. Вяжем, вяжем. Вяжем игрушки теперь. Собрали, наконец-то, пазл. Сколько мы его собирали? Ну, собирали не каждый день. Ну, получается, вот с того дня, как мы купили. И по вчерашней. Нет, позавчера мы собрали. Вот. Такой вот пазл получился. Очень тяжело было собирать именно вот эту часть, верхнюю, самая последняя. Вот черепаха, вот эта водичка, рыбки. Очень тяжело. Вот это вот... Дай, Вика! Так. Простите. Так, я хотела собирать кратю и немножко игрушки положить. Сильно-сильно много. Так. Тут я поубираю эту книжку. Тут положу. Все на кровати много. Вот. Сейчас хорошо. Только подождите. Вот Максона. Вот так вот. И вы не хотите смотреть? А вот хорошо. Скорее всего, у меня пальма пропадает из-за перелива, потому что я вытащила из горшка. Там была вода, и плюс сейчас я подкладываю на бумажную салфетку, и она прям пропитывается вся водой. Она прям вот мокрая, хочет жить. Я слишком много, я слишком часто поливаю, поэтому пальма начинает желтеть. Еще у меня вот этот фикус такой. Я немножко его подрезала, чтобы он у меня начал больше пускать почек. И вот еще одна тут тоже пальмочка. Она у меня тоже как-то заболела. Были сухие листья. В общем, я их подрезала. И она начала вот так вот расти. И она, видите, она вся прям, хоть отжимая ее. Yes, you are. Ксюшка, немножко поддавайся. У нас сегодня день настольных игр. Макс тоже головоломку собирает. Вот эта головоломка очень классная. IQ Fit. Фитнес для IQ. Здесь много есть разных заданий. Okay, у нас мас перевод самых langsam. Легких до самых сложных. Есть с подсказками, есть, допустим, дается только 3 подсказки, все остальное он сам должен заполнить. Классно, такие вот разные фигурки. Давай-давай, думай, у меня получилось. У меня 3 подсказки были. Прогуляйте, это что такое? Это что за прическа? Это как называется прическа? Не знаю. Не знаешь? Так, я тут пришла по улице в туалетов. В этом туалете и в том. Помою сейчас быстренько. И потом буду готовить ужин. Все-таки удобно вот этой паровой швабры мыть. Она дезинфицирует, потому что туалет этот у нас. У нас еще и кот ходит, поэтому дезинфекция здесь очень нужна.
Детям скучно на каникулах. Друзей нет, все разъехались. Куда мы уедем? Папа работает. Спаним. Папа работает, Каролина. Ну так, у папы в другом месяце отпуск. У него отпуск, по-моему, в апреле будет. Нет, не послезавтра, в апреле. У меня много дел. Мне не скучно совсем. Сегодня на ужин будет рыбные палочки, еще рис и салатик. А рис где? Рис вот здесь. Рис у нас. Рис у нас вот здесь. У меня сегодня желание появилось сделать что-нибудь. Мне очень захотелось дрожжевого теста. Не знаю, что с ним еще сделаю. Сначала сделаю тесто, потом уже либо пожарю, может быть, булочки, пирожки, я не знаю. Что-нибудь сделаю. Можно сделать пирожки, пончики. Когда готовить, перед тем, как готовить, нужно мыть ручки. Во. Нет. Там нет мыла. Иди в туалет мой. Есть. Иди в туалет и мой. Все. Готово. Пойду поставь. Иди проходи. Потом снимай трусы, стирай и попу мой. Я убавляю и потом закидываю кусочек маслица. Посолила. И тогда рис получается рассыпчатый. Сейчас я накрываю крышкой. И все. И оставляю. Я недавно себе купила такую ложку мерную. Весы. А взвешивать можно до максимум 300 грамм. В общем, так включается. Такая вот ложечка. Сейчас я ее испробую. Как? Так, 13. Все, вот. 20 грамм дрожжей. Тесто я замесила на килограмм муки. Почти килограмм ушло. Теперь оставим куда-нибудь какое-нибудь теплое местечко. Сейчас накрою полотенцем и все. Рис у меня уже почти сварился. Здесь тоже уже палочки готовы. Пока размешивать, перемешивать не буду. Еще пусть 5 минут. 5 минут еще пусть постоится, потом буду размешивать. Не надо. Что такое тут? Не, дырочки не надо делать. Хотела показать, как у меня там идут успехи с свечками. Вот здесь вот свечи, по-моему. Это... Ой, они тут упали. Это то, что я уже залила. Вот такие вот у меня свечки получились. И такой фитиль. И вот такой вот деревянный фитиль. Вот. Они с запахом. И здесь такие вот. Лепесточки роз. Еще я залила вот такую вот одну большую попробовать. Вот у меня получается деревянный фитиль. Я сделала два фитилька, потому что много воска. Если делать один, то не расплавится. Накрыла я пленкой, потому что там наверху пыль летает, чтобы пыль не залетала. И еще вот такая вот свеча, но это я так просто. Не знаю, экспериментировала. Сначала я сделала такие розовые разводы красителем и сверху залила фиолетовым. Ну и добавила сухоцветы. В общем, вот такая вот свечка. Это мои эксперименты. Так, сейчас мы тут... Маргоша еще не приехала. Она, наверное, где-то часов 8 приедет. А мы ей оставим покушать обязательно. Так, и еще... У меня со вчерашнего дня остался немножко подлива. Так. Есть же крем для рук в туалете, я тебе он покажу. Заканчивается. Это мне. Он заканчивается. Приятного аппетита. Так, Каролина, давай ты хорошо сядешь, пожалуйста. Вот. Не на... вот как ты можешь на краю сидеть? На серединку сядь? Ты же можешь упасть. Все. Ужинать.
пожалуйста. В общем, решили мы пожарить такие пончики. Только они у меня не сладкие, а просто... Да, можете потом, знаете, с этим... Нутеллой. С нутеллой, да. Сейчас мне лень было сделать начинку, картошку, пюрешку, это все чистить, варить. Делай масс. Делай масс, драйвер. Это пончище просто. Эй, кому ты это его липкий масс. Так, нужно немножко убавить, а то что-то они у меня пригорают. Сейчас остынут, потом будете пробовать. А? Подожди, еще я не готова. Корми. Все. Нужно теперь как-то на стол вынести. У меня все склеило. Давайте, пойдемте чай пить. С пончиками. У меня все склеило. Ну, Каролина. Какашка. Ну что, как, вкусно? Вкусно. Вкусно? Ну хорошо. Я вообще с молоком. Я редко когда пью молоко, но сегодня мне захотелось молоко. А вот нутеллу надо Маргарите оставить. Она вообще-то нам нутеллу купила, а мы сейчас ее съедим. Там мало. Ей оставь. Это же она купила. Когда кошка улетела, на коньках катался. Если бы Ваня упаду. Я сейчас упаду. Хочу такой лягушка. Какого размера? Они больше и меньше делаются. Что вы делаете? За одеяло? Успокойтесь, все. Маргарита, все уже поздно. Мама, час ночи. Мама, надо на кровать ложиться. И что? Мне не нравится. Не дормила Надя, и ты всегда не говоришь нам. Мама, пить! Мама, пить! Я там мешала, хотела спать, мать не мешала. Кем ты так не молеста? Все, спать. Все. Гонгу гриля. Все, спать. Я. Гонгу гриля. Гонгу гриля. Нас ходила. Видите, на камеру. Ну, это за нас. Ты вас не варишь, синий. Все спать. Час ночи уже. Все. Все, спокойной ночи. Пойду их угомоню и спать. Спасибо за просмотр. Всем пока и до следующего влога.